Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Юбилейные монеты. Сегодня в этом видео мы рассмотрим вот такую вот интересную монету Греции 10 лептов 1969 года. Купила эту монету на барахолке нашего города Таганрога. Понравилась данная монета и решил ее себе купить в коллекцию. Состояние довольно-таки хорошее. Эта монета, можно сказать, в АНЦ, без обращения. Обошлась мне в 100 рублей. Вот такая монета изготавливалась в 1969 году из алюминия. Тираж данной монеты составляет 20 миллионов экземпляров. Ну, что очень много на самом деле. Вот такая монета. Ориентация у нее медальная. То есть у нас нет поворотов. То есть монета у нас не повернуто на 180 градусов. Кто не знает, как отличить ориентацию монеты, можете посмотреть мое видео по поводу монетного или медального соотношения сторон. Аверса к реверсу, я думаю, вам будет интересно. Диаметр этой монеты составляет 22 миллиметра. Вот, толщина 1,28 сотых миллиметра, гурт у нее гладкий. Вот эта монета была предназначена для обращения. Ну, она у меня, видите, в хорошем очень состоянии. На монете у нас изображение самого номинала 10 лепта. Вот виноградные вот такие вот виноградные грозди наверху. С обратной стороны у нас герб Греции и написано на греческом языке Греция 1969 год. Вот, ну, такая вот, друзья, интересная монета. Ну и стоит, в принципе, не так уж дорого. Конечно, можно было бы взять эту монету намного дешевле, возможно. Ну, смысла нет, например, заказывать монету в 50 рублей и платить за нее доставку, например, даже в 100 рублей. Поэтому я увидел, мне понравилась такая монета, причем она необычная, с отверстием, да, как вот японские монеты, есть китайские такие монеты с отверстием. Вот, восточная часть Азии, да, можно так сказать. Вот, и мне она такая, эта монета понравилась. В принципе, неплохая монета в мою коллекцию монет разных стран. Вот такая будет теперь монетка моей коллекции. Ну, на этом, друзья, все. Если вам понравилась данная монета, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. Также вы можете мне, может быть, написать, какие вы бы хотели монеты увидеть в следующих моих выпусках. Постараюсь сделать такое видео по вашим, как говорится, желанием и заявкам. Ну, на этом все. Всем спасибо. Смотрите мои другие видео, подписывайтесь на мои другие платформы. Вот. И всем спасибо. Всем пока. Всем до скорых встреч.